Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Итак, пойдем посмотрим, что у меня получается по моей ночной работе. Вот время у нас 8 утра в Москве. Это вот ящик от моего дивана. Я почти сделал спинку, но я бы ее доделал, просто там есть некоторые нюансы. Сейчас приедет хозяйка цеха. Вот, будем решать вопросы. Пойдемте посмотрим, что я сделал за ночь. Вот она, спиночка. Каретная стяжечка готова. Вот эти края я не стал затягивать, потому что, во-первых, здесь тонко, во-вторых, она играет. Очень массивная спинка, высокая. Посмотрите, какая. И она будет крепиться к ящику только внизу. Вот. Я им хочу предложить, мы так делаем на кроватях, сделать абрамник такой, рамку. Вот сюда, вот так. Но это широкая, это где-то 5, а можно сделать 3. Вот. Во-первых, это создаст жесткость конструкции. Во-вторых, через этот подрамник можно будет прикрутиться к подлокотник. Можно в самой верхней точке, где можно, да? Допустим, вот здесь. Где-то вот здесь. Можно будет прикрутить к этому подрамнику. Это усилит почти до половины спинки. Будет болт здесь. Это усилит конструкцию в разы. Вот. Во-вторых, вот этот край будет красивый. То есть, если здесь будет 3 сантиметра, рамка, будет красивый край. Как раз этого поролона хватит. Я специально оставил. Вот. Главное, чтобы мне хватило ткани. Ну, ткани, в принципе, тоже хватит. Вот. Разметил подлокотники. Немножко отличаются они. Будут отличаться ячейка вот эта сама. Здесь вот такая, более крупная. Вот. Но это в связи с тем, что не разработана модель. Делал все сразу на чисто. Вот. И по подлокотнику. Вот здесь впереди, когда ткань сюда забьется, ткань забьется вот так складочками. Аккуратными складочками забьется. И здесь будет черновая обивка. Вот. Здесь надо купить и прибить какой-то кант, чтобы создался валик. Валик. Вот. И потом выпилить вот такую же фигуру, но меньшего диаметра. Вот, ее обить в ткань, поролончик приклеить, там единичку такую тоненькую, и ткань, значит, и посадить ее на шканты, чтобы закрыть вот эти скобы, которые будут вот от этой ткани с подлокотника. Вот. Сейчас я позвоню хозяйке. Она скоро подъедет. Мы решим с ней этот вопрос. Вот по кровати. Сейчас я сделаю. Наверное, все-таки оставлю на воскресенье часть работы. Вот, чтобы они подготовили мне, значит, вот этот кант.
Обрешетку сделали этой спинки. Вот. Что еще? Я сейчас сделаю пуговицы. Сколько их здесь? 6 и 6, 12 и 10, 22. 22 и 22. 44 пуговички. Вот. Обклею подлокотник, сделаю пуговицы. И на сегодня все. Но это я считаю, что это у нас, ну, процентов 80 работы я выполнил. Просто уже больше суток без сна, поэтому немножко тяжеловато. Ну, смотрится, еще поправить надо уже на готовом изделии. Как бы это показать? На готовом изделии. Вот я обычно беру там какую-то рейку или линейку. Вот так вот приставляю. И чтобы выровнять все складочки, чтобы они были на одном уровне. И так, и так. Вот. Приблизительно они на одном уровне, но где-то не совпадают. Вот. И тонкий глаз ОТК это может заметить. Ну и клиенты попадаются такие внимательные. Поэтому, ну, как бы товарный вид создать изделию. Вот. А конструктивно немножко неправильно. Просто такая спинища огромная. И она вот вся играет. Она так и будет играть. Поэтому, мне кажется, обязательно здесь надо сделать обрешеточку 3 сантиметра. Вот. Такая ситуация. Очень много комментариев там. Пошли и плохие, оскорбительные комментарии. Но их очень маленький процент. Там 2 или 3 комментария, которые по поводу моей поездки на Савеловский вокзал. То, что я купил там водки, сам такой был там что-то. Ну и что, был. Был да сплыл. Вот, сейчас я ее дождусь, все это обсудим. Пока ее нету, сейчас подлокотничек подготовлю, пуговички подготовлю. Вот, и поеду на Шелепиху. Посмотрю, что там. Вот, сегодня как бы так в пол оборота буду работать. Уже за один день, если я за неделю там... Ну, мало заработал на этой неделе. 15 тысяч. Не знаю, может быть, если сделаю сегодня кровать, то будет 18. Если кровать сделаю, будет 18, буду требовать до 20-очки, как и договаривались. В принципе, у меня фора есть. На той неделе я заработал 25. Вот. В принципе, на круг 20 получается. А вот эта кровать. А, и еще хочу. Сейчас вот Елена приедет. Тяжелая ткань. Очень тяжело далась мне. Я думал, я часов до 4 сделаю эту спинку. В итоге я ее делал до 6:30. Вот. Потом занимался подлокотником. Тяжело идет. Поэтому, если там лимит позволяет, попробую попросить еще увеличить на 1000 рублей оплату за работу. Ну, так вот, издалека довольно-таки прилично. Еще раз повторюсь, поправить складочки, и будет все замечательно. Это вот ребята, кто хотел увидеть
диван, что получится на выходе. Ну, до выхода еще далеко. Еще один день работы. Вот. Конечный результат тоже сниму. Выложу на канал. Смотрите, оценивайте, пишите комментарии. Кто не подписан, ребята, подписывайтесь, поддержите. Ставьте колокольчик, пишите комментарии, подписочку оформляйте. Будем дружить, общаться, приносить друг другу пользу. Все, всем удачи. До свидания. До следующих видосов, до следующих стримов.